Готовы ли вы разделить бремя власти, взять на себя ответственность, работать в Законодательном собрании не ради хайпа или там по принципу Баба-Яга против, а конструктивно, и настраивать на такую же конструктивную работу ваших коллег по фракции в Законодательном собрании и ваших коллег по партии, представляющих интересы избирателей в представительных органах муниципальных образований? Спасибо за вопрос. Ну, понимая, что большинство сегодня зависит от партии, которая имеет большинство, вчера руководство пригласило меня на фракцию, и мы с вами вместе были, я пришел на фракцию, отвечал на многочисленные вопросы, свою позицию сказал о том, что фракция в законодательном собрании готова вести конструктивный диалог, но выстраивать все отношения с коллегами по-другому просто не получится, потому что мы понимаем, что наша минимальная фракция в 4 человека может повлиять на какие-то решения, общие решения только в консолидации. Мне кажется, очень важно, что Сергей Васильевич, стоя на трибуне, на главной трибуне края, публично пообещал конструктивно работать. Вчера, по его просьбе, когда он пришел на заседание фракции, он обещал это же. Будем очень надеяться, что это такое офицерское слово, что работа действительно будет конструктивна.